Всем привет! Сейчас разберем переходы и эффекты в видеоредакторе OpenShot. Ну, возьмем для примера, загрузим какой-нибудь файлик. Практически файлик может быть любой. Нам это только для пробы. Поместим его на линию. Вот сюда. Так. Ну, чуть-чуть я вот так вот сделаю. Хорошо. Итак, значит, ну, как, допустим, отрезать кусочек, мы знаем. Можем отрезать кусочек отсюда, с конца, удалить его. Можем, значит, отрезать кусочек сначала, можем удалить его, можем отрезать что-то в середке, удалить и соединить. Это вот наиболее часто встречающиеся, так сказать, пользовательские функции. Ну, некоторым, как говорится, не имется, им подавая чего-то новенького. Ну, новенького ловите. Вот, допустим, переходы. К примеру, вот у меня два разделенных участка. Вот, один и другой. Значит, я хочу на них поместить что-то по типу вот такого. И давайте посмотрим, как оно будет выглядеть. Вот так оно будет выглядеть. Это у меня, ну, в любом случае, значит... Понятно, да? Это вот переходы. Причем переходы, значит, ну, можете выбирать любые. Вот тут их довольно-таки много. Ну, давайте вот вертикальный переход возьмем, посмотрим, как работает. Вот, пожалуйста, вертикальный переход. Ну, в любом случае. Понятно, да? Теперь, значит, посмотрим эффекты. Я, собственно говоря, небольшой сторонник всех этих эффектов. Но, ну, давайте вот. Помещу я его вот сюда. Посмотрим, что это за эффект у нас такой. Свойства. Эффект. Называется баланс. Ну, применим баланс. И что там нам этот баланс даст? Глянем. Ролики я вам просто покажу. Я пока особого эффекта не заметил. Ну, давайте тогда какой-нибудь более яркий эффект применим. Ну, вот, допустим, давайте вот этот эффект применим. Свойства. Эффект. Вот, черное-белое. Применить. Ну, давайте посмотрим. Я не знаю, на эту часть отрезка он зацепил или нет. На облако. И это у меня... А вот здесь уже пошел эффект черное и белое. То есть вот здесь вот можете поэкспериментировать, грубо говоря, до одури. Но, допустим, я вот лично, когда делаю видеоролики, крайне редко, значит, пользуюсь эффектами, переходами в единичных случаях. Ну, по крайней мере, сказать, переходами еще можно как-то пользоваться. Но... Для вас, ради бога, смотрите сами, как там, что вам нравится, так и делайте. Вот. А так, в принципе, вот нормально все работает. Так что желаю вам дальнейших успехов с редактором, с видеоредактором OpenShot. Хороший, добротный редактор. Только не забывайте почаще делать, сохранить проект. Почему? Потому что иногда бывает, что он вылетает. И чтобы не потерять результаты своего труда, поэтому почаще нажимайте вот на эту кнопочку «Сохранить проект».
Ну вот и все. Желаю всем всяческих успехов и удачи.